Мы находимся на выставке Household Experts, говорим с нашими гостями и экспертами. Мария, вы, кроме того, что участвуете в деловой программе, еще и являетесь вице-президентом Российского союза химиков. Расскажите, чем полезна ваша организация для участников рынка и вообще, каким образом вы влияете на рынок? Российский союз химиков – это отраслевое объединение работодателей и вообще химического бизнеса на территории Российской Федерации. А у нас большие, крупные, серьезные проекты, которые мы помогаем продвигать на территории нашей страны и не только. Помогаем продвижению защиты интересов отечественных товаропроизводителей. Подобные выставки, как сегодня, это огромный полезный инструмент для работы наших компаний. Потому что именно на площадках выставок можно увидеть как своих конкурентов, так и своих поставщиков сырья, так и конечных покупателей своей итоговой продукции. Поэтому, на мой взгляд, проведение как деловой программы, так и участие в выставочной деятельности – это крайне важный и полезный инструмент. В Российский союз химиков для чего приходить участникам рынка? Что вы можете им дать? Вот я пришел как участник рынка и что-то хочу у вас узнать. Какие преимущества дает участие либо вот заход в союз? Очень хороший вопрос. На самом деле, на сегодняшний день в Российском союзе химиков участвуют компании, все которые представляют покрытие более 80% всего производимого товарооборота, связанного с производством химической продукции. Фактически всю нашу деятельность можно разделить на 6, наверное, основных блоков поддержки. Первое – это поддержка в различных ФАИВах и защита, ну, наверное, поспособствование, скажем так, возможности получения различных субсидий, взаимодействие с Российским экспортным центром, а также вообще возможности по реализации экспорта продукции за пределы Российской Федерации, не только в страны СНГ, но и в другие страны. Если говорить о том, чем может быть полезен Российский союз химиков, опять же повторюсь, что здесь 6 основных больших блоков работы. То есть это и выстраивание взаимодействия с научным сообществом, второе — международное сотрудничество, потому что Российский союз химиков является частью Международного Европейского союза, совета. Большой следующий блок – это связанный с развитием и сохранением человеческого капитала, то есть это все, что связано с обучением, подбором кадров, ну и вообще все процессы, связанные именно с людьми, потому что люди – это центр любого бизнеса. Все остальные направления, они уже такие экспертно-отраслевые, в которых мы помогаем находить, скажем так, решения почти по всем вопросам, которые могут возникать как на местах производства, то есть в регионах присутствия компаний, так и на общем федеральном уровне, отражая интересы не только одного конкретного производителя, но и интересы целого ряда отраслей, скажем так, да, по направлениям. Спасибо большое. Вот такие эксперты участвуют в деловой программе в рамках выставки Household Expo. Не переключайтесь, скоро включение с новыми экспертами и гостями.